Друзья мои, еще немножко репортажика вам из прекраснейшего райского отеля. Самого-самого престижного, дорогущего и шикарного. Вот обратите внимание, это бассейн. Здесь везде пальмы, смотровая вышка, куда я сейчас пойду. Вот так выглядит сам отель. То есть сами комнаты и номера. С видом на море, разумеется. Но что мне больше всего нравится, так это вот эти вот всяческие лодки, шезлонги. Ну и, конечно, вот этот заход в бассейн, это, конечно, выше всех похвал. Посмотрите, плавный такой вот наклонный берег. Ощущение такое, как будто ты заходишь в море. Да, но на самом деле это бассейн. Первый раз я такое видел. Первый раз я такое вижу. Более того, на другой стороне этого озера, то есть бассейна, а он состоит из разных озер, поэтому я его назвал озером. Есть еще лодки, доска для серфинга и маленькие такие каноэ, то есть, чтобы погрести тут, чуть-чуть поплавать. Так, я пошел, уходит свет. Увидимся, будьте счастливы.